говорить. Или ты в тазу, наверное, сейчас едешь, у тебя музыка пойдет. Смотри, ну я как бы подумал, что сегодня вечером можно было бы рискнуть и на часок с тобой пересечься. Да, пересечься. Допустим, часиков там 7-8, вот так вот, буквально ненадолго в центре, потому что мне сегодня тоже надо пораньше домой. Восемь. Смотри, ну давай тогда ориентировочно в районе Камергерского, там, Петровки, Манежки. Оп. Я тебя 7:30 наберу и уточним, где. Ладно? Слушай, все, давай, на связи, до вечера. Подожди, раз уж ты такая розовая, стой. Как ты боком идешь, короче? Не. Нет? То есть у тебя, короче, свидание с чуваком. Это... Подожди. Смотри, нет, какая. Я иду, смотрю, ты идешь и смотришь на меня. Хорошо. Просто я не знаю, какой. Тихо. Смотри, то есть дожили в России женщины до такого, что... То есть я так понял, ты договорилась с кем-то на свидание, и ты с этим чуваком познакомилась где-то там в сети или что-то еще, да? Мне должно быть стыдно, нифига. Нет, я просто спрашиваю. Я понимаю, что это не от хорошей жизни. А почему классные парни не знакомятся с тобой на улице сами? У меня ребенку 9 лет. И что, они все бегут, что ли, от этого? И я работаю постоянно с ребенком. То есть тебе некогда знакомиться? Слушай, ну мне кажется, это самое последнее дело, что можно сделать, это вот знакомиться так, что ты даже человека на лицо не знаешь. Не знаю. А как тебя зовут? Да сейчас ты пойдешь к своему неинтересному парню, потому что ну какой нормальный человек будет сидеть ВКонтакте или где-то знакомиться с девками? То есть как бы мужчина должен на улице делать. Хорошо. Меня зовут Вова. Спасибо за наставление. Ну да, ну слушай, подожди. Ментальную порку. Я бы с вами, кстати, не только ментальную осуществил, а вообще физиологическую. Я уролог. Ты уролог. Слушай, ну а чем это чревато как бы? Ну, у меня все нормально. Ну, я могу просто ответить. А, то есть ты можешь сделать массаж простаты, короче. Нет, как бы если это делать правильно, мне кажется, это должно быть приятно, как говорят, да? Возможно. Тебе офигенного свидания. Спасибо. С этим своим мужиком. Ну, надеюсь, он окажется нормальным. Я тоже на это надеюсь. Все, всего хорошего. Смотришь? Да. Короче, ситуация такая, что ну идем по улице, девушка ну, смотрит, улыбается. Думаю, надо подойти пообщаться. Оказывается, она, в общем, назначила с кем-то свидание, с кем-то чуваком, с которым познакомилась там в сети. Даже не знает, как он выглядит. Как-то так. То есть можно очень много чего интересного встретить за вечер. По-моему, ты в ту сторону шла с мужиком, обратно уже без. И, век отношений короток, да, короче? Как быстро поссорились. А ты с мужчиной со своим любимым или что? В смысле со своим любимым? Не, ну я видел, ты мне понравился, когда я тебя увидел, ты шла туда. Смотрю, идешь ты теперь одна, думаю, нифига себе. Значит, все классно. Слушай, ты прикольно выглядишь. Я просто с девушками не дружу, и я считаю, что это полный бред. Ну, потому что мужчина должен быть искренним, да, ты же понимаешь, то есть, как бы, а друзья, это, знаешь, которые, когда ты наклоняешься там за мылом в баню, такой, о, нифига себе. Нет, я просто посмотрю со спины. Я тебе сказала. Сейчас. Офигеть. Сейчас. Стой. Вон еще один. Ну, мы же играем. Да. А, здорово, чувак. Офигеть. Слушай, ну вообще так классно, мне так нравится делать. Какая была сейчас ситуация? Скажи, кстати, Егор, то есть про вот этих девок. Я вообще думал, что какой-то конфликт, то есть, ну, собственно, поэтому и подошел. Смотрю, как бы, ну, три девки, и что-то какие-то у них серьезные лица. Что было, скажи, чувак? Я не понял, что было. Суть такая, что... Ты подходишь к девушкам. Да, я подхожу к ним, прошу бабки, ну, то есть задание было такое, прошу бабки. Да, Ирочка, сейчас перезвоню тебе, говорят, подожди. Суть в том, что Иришка, давай ты мне поможешь с какими-то курсами сделать.
там, не знаю, что-то какие-то, ну, короче, записать эмоции там на видео, я не понял толком. А вот я говорю, нет, мне нужны бабки, давайте бабки. Что-то подходит Вова, я с ними общаюсь, там уже общение на другие темы пошло. Подходит Вова, и начинается какая-то хуйня, то есть она начинает в мою сторону какие-то, ну, вот такие. То есть вещи. Она реально начала его толкать, да, я подумал, что такая... какой, а я не понимаю, что происходит, я думаю, реально конфликт сейчас будет, пиздило в костелке. Я тоже не понял, да, как бы Вова меня, да я не знаю, что делать, я потерялся немножко, Вова меня как бы отвел в сторону в безопасность, да, там что-то еще. Суть в том, что, ну, я как бы не мог понять, это агрессия или нет. А в конце смотрю, что вроде все безопасно, я ее отвел в сторону, и что-то мы там пообщались. Видимо, задача девок была на курсах актерского мастерства вызвать какие-то эмоции, какой-то негатив, да, и снять другие, это, они там снимали телефон. То есть, опять же, еще один интересный случай. Я не скажу, что... Ну, это был это было случай моей мечты, то есть, но почему нет? Надо общаться. Попадая даже в такие ситуации, ты понимаешь, что ты ловишь какие-то эмоции и учишься в них как-то для себя чувствовать, как-то себя вести. Ну, смотри, какой крутой чувак, темнокожий. В следующий раз будет. У него классная лысина сзади. Ну, погнали дальше.